Запомните этот день. Запомните этот час. Запомните эту минуту. Запомните этот миг. Сегодня свершится великое торжество. Вручение дипломов выпускникам 2022 года. Самый большой, дружный, сплоченный коллектив из двух групп сегодня перед вами на этой сцене. Глядя на этих прекрасных выпускников, делаем вывод. Будущее нашей страны в надежных руках. В надежных руках. Сегодня они здесь, смотрите, модели. А завтра они будут принимать то самое маленькое счастье. Мечтает стать детским хирургом, онкологом. И я выражаю уверенность, что так и будет. Мечтает тоже стать, продолжить учебу и стать кардиологом или нейрохирургом. Определиться. Посмотрите, какие серьезные, прекрасные амбиции у наших выпускников. Спасибо за учет. Является призером Всероссийской олимпиады среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений по детским болезням. Тоже мечтает стать врачом-реабилитологом. Я думала педиатром, но хочет реабилитологом. Но реабилитолог – важнейшая профессия, которая нужна во всех профессиях, направлениях, и в хирургии, и в педиатрии, и терапии. А также принимал активное участие в общественной жизни колледжа. А самое главное, являлась очень прекрасным волонтером, оказывая большую помощь лечебно-профилактическим учреждениям. На защите показала глубокие компетентные знания. Тема носила название «Сестринский уход за пациентами с сахарным диабетом второго типа». Защищала щит. Поаплодируйте. Защищала честь колледжа в городских соревнованиях по теннису и среди средних профессиональных образовательных учреждений города заняла первое место. По праву называется королева тенниса. Мамутова Гульсум. Рябцева Татьяна. Арсеньева Дарья. Банников Данил. Березницкий Егор. Бухольц Анастасия. Деркач Дарья. Степанов Павел. Стрижеус Константин. Танкович Инесса.